Здорово всем, народ, на связи Рэпер Трейдер. Итак, сегодня даю сигналы в группе, сегодня будем торговать по новостям, так как у нас выходит вот через одну минуту, блин, что-то я поздно начал, через одну минуту отличная новость, индекс цен производителей, смотрите. Ну, знаете, вот здесь я всегда еще смотрю на всякий случай, вот здесь показатели выше рассматриваются как позитивные, показатели ниже как негативные. Просто, может быть, есть такие новости, когда наоборот. Так что внимательно, вот смотрите вот эту вот штуку. Так, что у нас в группе? В группе у нас пока все отлично. Последний сигнал в плюс. Здесь. А где командир? Командир на месте. Здесь тоже плюс. Уверенный плюсик. Здесь шаткий плюсик, но плюсик. Здесь плюсик, здесь плюсик, здесь плюс. Короче, пока начали вторник, тоже отлично. Итак, сейчас будет через минуту сигнал по новости. По USD иену. Вот я даже написал. На 5 минут будем заходить. Я себе могу позволить, рискну, вот на 80 баксов, может быть, поставлю. Потому что я могу себе позволить, так как я уже все отбил. Смотрите, если у вас, например, депозит сотку, вы сделали там 200-300 с него, вот только тогда можете позволять себе вот рискнуть там на 50% от депозита. Но не тогда, когда вы залили сотку и сразу же ставите, блин, 50%. Просто хочу срубить нормально на этой новости. Новость должна быть... Должно все зайти. Ну так, ждем. Осталась минута. Здесь что у нас? Сигналы выходят какие-то. О, пошла новость, новость. Позитивная, позитивная. Скачок произошел. Отлично. Покупка. Покупка 5 минут. Быстро, быстро, быстро. И теперь я ставлю сам. Все, покупка 5 минут, и теперь я ставлю сам. На 35. А, не успел. Вот видите, не успел немного. Вот здесь, видите, когда вот случается такая штука. Выходит новость, да, она резко стреляет, потом резко идет понижение. Вот здесь нужно было ловить этот момент. Я что-то затупил, блин. Буду ставить на просадках сейчас. Видите, блин. Поспешил. Вот, люди, которые зашли на просадки, должно быть все нормально. Так, новость позитивная. Везде позитивная, это хорошо. Значит, будет повышение. Ставим после выхода новости. Я еще раз говорю, после выхода новости. Так, поставил на 35, все четко. Новость 30 на 5 минут. Ну, видите, здесь бывает всякое. Она может выстрелить и потом уже не опускаться. А может выстрелить, опуститься и потом опять идти повышение. А может выстрелить и идти повышение дальше. Здесь слишком много что-то, блин, на эмоциях поставил. Ничего страшного, думаю, у людей все будет норм. Так, все правильно, спара не натупил. Должно идти повышение, все здесь должно быть четко. Просто я опять, наверное, вот здесь поставил меньше, чем сверху. В принципе, я могу рискнуть еще баксами так, баксов так на 30. Но если еще будет просадка вот здесь, подожду вот до линии экспирации, буду ставить. Итак, еще раз повторяю, заходим мы на... После, всегда торгуем после выхода новости. Не торгуем до выхода новости, потому что это тоже лотерея. Может быть плюс, может быть минус.
как бы вы там ни оценивали прошлые типа показатели, все может быть. Так что выходит новость. После выхода новости какие-то скачки пошли, сразу желательно ставить. Видите, ну вот здесь вот. Вот, новость резко выстрелила, вот здесь вот было бы идеальным вариантом поставить, потому что она могла и не опуститься вот до этого момента. Ну, в идеале, если она сейчас попедалит вверх, будет вообще шикарно. Слишком много я поставил вот здесь, наверху. Слишком много поставил. Увидим, как будет, как будут у людей. Если вот люди хорошо вот здесь поставили, по-любому все поставили вот здесь догон, и все будет шикарно. Давай, 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 заходи. Отлично, ну божечки, да ты вот это шикарно все идет. Давай, давай, дальше, еще 30 секунд, зайди вверх. О, вот это я люблю такую торговлю. Кстати, по новостям у нас в группе, по новостям, практически все новости заходили. Ну где-то две где-то новости сорвались, и то там было так, плюс-минус. У большинства людей все новости позаходили. Да шикарно все, боже, иди сюда, родной. Вот это я называю торговля. Вот это по новостям, все четко, блин. Это вам не лотерея, здесь все нормально. Ну куда ты под конец? Да, вот так вот. Вот это оно, вот это я понимаю. У всех плюс, и у меня, конечно же, плюс. Давай, 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 2-1. Иди сюда, родной. Сколько там? Вот это я понимаю. Полтосик срубили, 60 баксов. Что у людей? Плюс, да, конечно же, плюс. Все, пошли плюсы у всех. Какой там уже четвертый сигнал? Плюс. На, вот такой вот плюс. Кстати, ставьте одним, а то вы пишете плюс или минус в целую строчку. Ставьте вот один или плюс, или минус. Ну все, у всех новость зашла, все шикарно. Ну все, а я попедалил дальше торговать по сигналам. Вот видите, как все шикарно сегодня. Одни плюсы в группе, сколько? Четвертый уже плюс. Не, давайте посчитаем, какой уже плюс подряд. Я даже сейчас пост сделаю в группу. Первый, один, два, три. Что здесь? Здесь плюс 4, 5, 6, 7. Здесь уже минус, походу. Ладно, минус. 7 плюсов в ряд от рэпера-трейдера в группе по сигналам. С вами был рэпер-трейдер. Продолжаем сегодня нагибать бинома. Всем пока.